Что, друзья, всем привет. Выбрались мы на стрим в Орехово-Зуево. Сегодня у нас троеборье, тренировка, так сказать, перед охотой. Ребята уже стреляют. Пройдемся, чуть посмотрим. Ну что, пацаны, выходим на круг. Сейчас будем стрелять круг, 15 тарелок. Патроны сегодня использую Energy. Девяточка. Вот, 24 грамма. Посмотрим, как они себя ведут. Ну, я ими уже неоднократно стрелял. Патрон отличный. Ладно, посмотрим. Да! На данный момент отстрелял я круг. Из 15 тарелок результат у меня 13 мишеней. Сегодня участников 93 человека. Пробок, чё? Нет, я понятно, молодец. Дай! Пока идет, да? Спочинил тебя. Шустрая, а? Вредина. Татаринов, Наумов, Яченко, Рощупкин по 7. Яков 12. Стабильный, да? Так, кто сейчас стрелял, один туда вниз, чтобы на замену, ребят. Ну что, ребят, народ еще стреляет. Время уже 7 час. Результатов мы не дождались. У меня общее количество 128 очков. Так что поедем лучше составить кратки, так как скоро открытие охоты на гуся. Так что не забываем подписаться на канал, написать комментарий, кто как открылся уже. А мы неплохо постреляли. Всем удачи и пока.